Здравствуйте, с вами Кермен, и вы смотрите видео-дайджест, в котором мы делимся самыми важными событиями в истории развития струнного транспорта и компании SkyWorld Community за прошедшие недели. В этом выпуске генеральный конструктор UST Inc. Комплекс Unilight продемонстрирует работу транспорта UST в коммерческих условиях. Технология UST представлена в одном из крупнейших университетов Китая. Статистические испытания струнного транспорта. Не будем терять время и перейдем сразу же к первому событию. Недавно Юницкий String Technology Inc. заявила о запуске транспортно-инфраструктурного комплекса Unilight на территории экопарка «Акварель». Напомним, на данном этапе комплекс введен в эксплуатацию как грузовая транспортная система. Генеральный конструктор компании Анатолий Юницкий поделился своим мнением, почему проект важен с коммерческой точки зрения. Юницкий String Technology Inc. организовала занятие на тему проектирования транспорта UST в Далянском технологическом университете. Лектором выступил начальник конструкторского бюро «Инженерные расчеты», кандидат физико-математических наук Сергей Пранкевич. Слушателями стали преподаватели и аспиранты факультета автомобилестроения и механики. Встреча вызвала неподдельный интерес аудитории и завершилась в формате диалога. Статистические испытания рельсо-струнной путевой структуры путем приложения расчетной нагрузки, как и испытания любых других транспортных эстакад, являются одним из завершающих этапов данного проекта. С точки зрения пассажира, положительный результат статистических испытаний подтверждает безопасность, комфорт и надежность транспортного комплекса U-Sky. Это были главные новости на сегодня. Обязательно ставьте лайки этому выпуску и оставляйте комментарии. До встречи!